Привет! Давно не виделись. С вами снова я, иноземцева Екатерина. Как вы помните, последнюю нашу с вами рубрику мы закончили на моей просьбе, чтобы вы задавали нам вопросы. И то ли сезонность сказывается, но пришла зима, и большая часть вопросов была посвящена стартап-туру. Вот о нем-то я вам сегодня и расскажу. Итак, мы начинаем стартап-тур. Что же это такое? Это наше мега-мероприятие, которое мы проводим с 2013 года. Мы ездим по разным городам и в каждом городе устраиваем мероприятие, в котором вы можете, во-первых, принять участие в конкурсе стартапов и получить главный приз – 300 тысяч рублей. Согласитесь, это неплохая помощь для начинающего технологического предпринимателя. Во-вторых, вы можете пройти проверку боем. Мы привозим с собой лучших менторов, лучших экспертов. Вы можете рассказать им про свой проект, даже не участвуя в конкурсе, и тут же получить обратную связь. Они помогут вам решить, что вам нужно сделать с вашим проектом.